«Шевроле Спарк» перевернулся на улице Пушкинской в Ижевске. Машину занесло на скользкой дороге, а она вылетела на тротуар. В момент аварии автомобиль задел пешехода, который шел по тротуару. За рулем малолитражки находилась девушка. В Ижевске открыли мост через реку Карлутку на улице Грибоедова. К лету на объекте установят асфальтобетонные подходы вместо деревянных. На строительство потратили 8 миллионов рублей. Порыв трубопровода на автозаводе в Ижевске не смогли быстро устранить из-за припаркованных авто. Об этом стало известно после проведенного расследования. Проверку выполняли по просьбе главы города. Снегопады могут вернуться в Удмуртию в выходные дни. К концу недели в республике температура немного повысится, однако погода будет ветреной. Хоккеисты «Шталя» за тур до конца регулярки закрепились в зоне плей-офф. По словам главного тренера Сергея Душкина, заключительная игра с «Дизелем» будет нелегкой. «Сталеварам» нужна только победа.